на Брайтоне из ресторана выбросили пару. Это была Лолита, с ней был ее муж Саша Цикало. Приезжали в такой бедности люди, бежали от самых разных ситуаций. Я узнавал о трагедиях и самоубийствах даже. Меня раздели до нога, и это все нахлынуло, и я начала плакать. И вдруг я в ужасе увидела, пара колготок торчала из правой штанины. Я сдохла. Кто-то думал, что здесь апельсины с бананами бесплатно растут. Но не растут! Я абсолютно не прощающая, мать. Но вот вы все неправильно поняли. Всем привет! Вы смотрите «Амазонки 21 века», и я рассказываю вам о женщинах, которые выбирают свободу. Ради нее они готовы покинуть страну, в которой родились, и отправиться за океан строить новую жизнь. Моя сегодняшняя героиня прошла сложный путь от музейной мыши в СССР до продюсера года здесь, в Америке. Она – организатор самых крупных культурных событий, одна из самых влиятельных женщин восточного побережья США. Есть те, кто искренне любит ее, другие уважают, есть те, кто завидуют, и те, кто побаивается. Но каждый знает, здесь, в Нью-Йорке, Марина Ковалева может решить любую проблему. Однажды в 12 часов ночи у нас дома раздался звонок, и голос на другом конце провода, телефон знали очень многие, сказал: вот сейчас на Брайтоне из ресторана выбросили пару. Их выступление не понравилось, и ресторан им не заплатил, и они остались без жилья, без денег. К 2 часам ночи я открыла дверь, и вошла смешная пара, очень высокая девушка и маленького роста мужчина. И она заплакала и сказала: с нами так хорошо никогда не должно было закончиться. Это была Лолита, с ней был ее муж Саша Цикало, и они на некоторое время поселились у меня в доме. Марина на короткой ноге с музыкантами, режиссерами, актерами. Она всегда окружала себя творческими людьми. И однажды стала человеком, который впервые привез на Бродвей легендарный театр «Современник». Это было почти четверть века назад, в 1996 году. На этом тротуаре толпились сотни людей, которые говорили на английском, но при этом очень по-русски, стреляли лишние билетики на спектакль «Крутой маршрут». Это был, конечно, обалденный момент в истории и Бродвея, и для творчества, для культуры, для общества. Это было чудо, что она смогла их привести на Бродвей. Это неслыханно. Я всегда с детства мечтала быть актрисой. Я думаю, что бизнес, который я сумела создать, это своеобразный театр на колесах. Там приходится быть и режиссером, и актером, и играть множество других ролей. Гастроли театра прошли с оглушительным успехом и повторились через год. «Современник» вернулся в Нью-Йорк с новым спектаклем Галины Волчек «Вишневый сад». Бродвейские гастроли были отмечены одной из самых престижных наград США – «Drama Desk Award», а Марину Ковалеву тогда назвали «Продюсером года». Но мало кто знал, что ради гастролей «Современника» Марина рискнула, как рискуют, пожалуй, самые отчаянные американские авантюристы. Для оплаты всех расходов Марина заложила все свое имущество. Ставка сыграла, «Современник» состоялся, нам аплодировала вся Америка. И в первую очередь это та невероятная дружба, которую и я, и Ирина получили на все годы, на всю нашу жизнь. Галина Борисовна стала просто родным человеком. Она стала сестрой, она стала невероятным другом. Фрэнк Синатра когда-то пел про Нью-Йорк: «If I can make it there, I can make it anywhere». То есть, если я смогу добиться успеха здесь, в Нью-Йорке, поверьте, я смогу повторить это где угодно. И Марина совершенно точно знает эту истину. За 40 лет жизни здесь Нью-Йорк научил ее бороться.
Она родилась в еврейской семье в Одессе. Родители ей заменили бабушка с дедушкой. Мама с папой разошлись, когда я была совсем маленькая. Пожалуй, до 6 лет даже не знала, что это мои бабушка и дедушка. И думала, что чудная тетя, которая ко мне приезжает в гости и любит со мной играть, мама и дочки, думала, что это моя сестра. На самом деле это была моя мама. С отцом мне очень хотелось встретиться, но наша встреча никогда не состоялась. Одним из самых важных людей в жизни Марины навсегда останется бабушка. Она была адвокатом, который взялся защищать подсудимых сфабрикованного дела врачей 1953 года. Их обвиняли в организации сионистского антисоветского заговора. Моя бабушка была одним из тех адвокатов, кто моментально потеряла работу. И я помню день, когда бабушку вызвали в КГБ. И дедушка был уверен, что ее заберут. И я маленькая, и дедушка, мы стояли, а тогда КГБ было на улице Бебеля в Одессе. И я помню огромное дерево, тогда оно мне казалось огромным, под которым мы стояли с дедушкой весь день и ждали, когда бабушка даст нам какой-то знак, и мы что-то узнаем. И у дедушки в руках была котомка. В тот день все закончилось благополучно, но дедушка и бабушка Марины поняли, что с еврейской фамилией в Союзе жить всегда будет непросто. По их настоянию она взяла украинскую фамилию своего отца и стала Мариной Марнянской. Дальше ее жизнь складывалась как нельзя удачно. Она выучилась на этнографа, вышла замуж за профсоюзного деятеля, родила дочь Рину. Вся семья переехала в Ленинград, в просторную квартиру на Фонтанке. Марине предложили работу в Музее этнографии народов СССР. Вообще, уровень жизни Марины на тот момент был значительно выше, чем у рядовых советских граждан. Но она все равно чувствовала, что ей не хватает чего-то важного. Это был конец 70-х годов, это было в воздухе. Мы все читали стихи Бродского, мы были наполнены эпохой, и нам всем хотелось свежего воздуха, и нам чудилось, что это только за пределом нашей жизни. Перелом произошел после, казалось бы, обычного для того времени события. Марину не выпустили в заграничную командировку. Она мечтала попасть в Японию и очень долго готовилась к своей первой зарубежной поездке. Кто-то рассказал, во-первых, что я распространяю в музее книги Солженицына, а во-вторых, потому что, когда мне предложили стать членом партии, я засмеялась и сказала, что я еще не созрела. Вы можете назвать это предательством? Нет, я могу это назвать жертвой времени, потому что это время было такое. Я, наверное, как-то интуитивно чувствовала, что у меня будет какой-то шанс. И она этот шанс получает. Бабушка и дедушка собираются покинуть страну и уехать в Америку. Марина решает последовать за ними, но здесь были свои сложности. Муж Марины противился этому решению, и ей пришлось пойти на крайние меры, заявить, что она готова бросить все и уехать без него. И в этот момент муж Марины совершает, ну, по тем временам, настоящий подвиг. Человек с блестящей карьерой, с прекрасными перспективами между родиной и семьей выбирает семью. Они отказываются от гражданства и покидают Советский Союз. Я как ребенок помню время, когда мне сказали, что мы уезжаем. У меня была школа, которую я очень любила. Я занималась спортом, там все мои игрушки, друзья. Я выехала реально с одной игрушкой, и я помню этот момент. Это было очень сложно, очень непонятно, очень грустно. Это было 4 марта 1979 года. Уезжали мы вообще практически почти ничего не увозя с собой, потому что я понимала, что как музейного работника будут особо проверять, но не ожидала, что так. Действительно, нас и мою дочь невероятно проверяли. У нее была ее любимая собака, которую ей подарила прабабушка, и с которой она никогда не расставалась, и эту собаку распороли, искали там, меня раздели до нога. Когда ты вот стоишь голый, и это все нахлынуло, и я начала плакать. И я никогда не забуду, как я вышла. И меня обнял мой муж и говорит: «Знаешь, что мы с ними сделаем?» Я говорю: «Да, что? Мы их всех здесь оставим».
Сначала семья отправляется в перевалочный пункт в Европе, в Вену. И если в Союзе им приходилось доказывать, что они не евреи, теперь предстояло сделать обратное – подтвердить свои еврейские корни. Вошли в кабинет, а там сидела женщина, которой уже надоели все эти Ивановы, Петровы. И тут мы вошли, Ковалевы, дрожащие. И когда эта женщина сказала, что вы хотите сказать, что вы тоже евреи, я начала быстро выпаливать все, что я знаю по еврейской литературе, читать наизусть Ицхок Лейбушперца, говорить все про еврейскую литературу, классиков. И когда я поняла, что я ее не пробиваю, я вдруг вспомнила, как моя бабушка и ее сестры собирались у нас по вечерам и затягивали еврейскую песню. И я решила спеть. Ломер але инейнем, инейнем, тринкинка бисалева айн, тринкинка бисалева айн. И вот эта песня, затянутая в этом огромном кабинете, где сидела такая напыщенная и очень неприступная женщина, все-таки ее покорила. И мы прошли по категории евреи. И это была наша огромная победа, счастье. И, наверное, подарила нам впервые такое глубокое ощущение того, кто мы. В Европе к семье Марины присоединяются дедушка с бабушкой, и все вместе они отправляются в Нью-Йорк. Переезжать евреям тогда помогала организация «Наяна». Ее сотрудники искали для иммигрантов жилье и работу. Я начал работать в самый разгар эмиграции в начале 80-х. В тот момент я мало что знал об эмиграции в Советском Союзе. Но с годами, наблюдая за переселением десятков тысяч людей и слушая истории о преследованиях, дискриминации, я начал видеть, как растет и развивается община. Я стал частью важного исторического момента, частью истории еврейской эмиграции. Первое время квартира, в которой мы жили, мы все жили впятером в одной комнате. Я помню, что, по сути, мебель, которую приносили домой, мы находили на улице в те времена. Мой папа решил, как декорации, стены раскрасить в крапинки. И у нас были по всем стенам крапинки. Включали свет в этой комнате после того, как мы входили в квартиру, то крапинки начинали двигаться, потому что это были тараканы везде. Моя первая работа была у индуса, у которого был оптовый бизнес по продаже драгоценных и полудрагоценных камней. В его бизнесе было невероятно грязно. И в этой пыли лежали тысячи камушков, и я их должна была постоянно разбирать. И когда я выходила на улицу после работы, я была такая грязная, что я с трудом добиралась до дома. Мне чудилось, что если кто-то ко мне в метро прикоснется, сразу решит, что я какая-то нищая с улицы. Марина очень долго и отчаянно искала работу по специальности. Она рассылала свое резюме в десятки музеев. И вот, наконец, ей дали место в Государственном Бруклинском музее. Она стала куратором в отделе костюма и текстиля. Живя в Америке много лет, люди мечтают работать в таком музее. Это просто уникально. Для женщины, иммигрантки, которые, я думаю, тогда, наверное, не так свободно говорила по-английски. Марине было непросто вписаться в американское музейное общество. Она все еще оставалась образцовым советским тружеником, который живет в постоянном страхе совершить ошибку и быть наказанным. У нас в музее ежегодно был бал для покровителей музея. Я выбрала себе фантастическое красное платье и отправилась на этот бал. Но было ужасно некомфортно. Мне казалось, что я одета не так, как другие, и все не так. И вдруг в зал влетела представительница одного из богатейших семейств Америки. И вдруг я в ужасе увидела, что с правой штанины у нее выглядывает пара колготок. Я сдохла. Мне стало так стыдно, я думала о том, что сейчас будет.
И в эту минуту кто-то поспешил и показал ей на то, что у нее свисает пара колготок. Она остановилась, засмеялась, схватила эти колготки и как резинку вытащила из штанины и побежала дальше. Я стояла абсолютно онемевшая и понимала, что мне пора забыть о том, кому нравится или не нравится мой наряд. И совершенно по-другому прожила остаток этого вечера. И это тоже был урок, с которого многое началось в моей жизни. За время работы в музее Марина не только прекрасно освоила английский язык, но и язык общения с людьми совершенно другой ментальности. Казалось, Америка раскрывает свои объятия и помогает Марине стать частью своего общества. Но спустя 3,5 года работы Марина получает свой первый серьезный удар в эмиграции. Пришел к власти в Америке новый президент, президент Рейган. Он издал закон о сокращении государственных служащих. Меня попросили уйти. Конечно, было страшно. Это было то, что она любила, это то, что, к чему она стремилась, и для нее это была и честь, и успех, и радость. Поэтому как бы был шанс, что вся жизнь была бы совсем по-другому для всей нашей семьи, если этот момент не произошел. Тогдашний директор Майкл Ботвинник поехал в Вашингтон и сумел добиться того, чтобы мою позицию сохранили. Это расстояние от момента, когда мне сообщили о моем сокращении, и до момента в пятницу, когда меня вызвал директор и сказал, что я остаюсь в музее, это произвело такое страшное на меня впечатление. Это привело к такому вообще дикому срыву всего и моего морального состояния, физического, что я закончила пятницу в госпитале. И когда я в субботу и воскресенье лежала в госпитале, я себе сказала, что больше я никогда в жизни не хочу никому позволить вот так вот ворваться в мою жизнь, переначить ее и выбросить меня на улицу. И что делает Марина? Она уходит из музея, начинает работать на себя, организует небольшие экскурсии для соотечественников. И это было попадание в десяточку. В 80-е Америку захлестнула новая волна советской эмиграции, и бизнес пошел в гору. Простой подсчет. В среднем 7-8 автобусов в субботу и в пятницу. В каждом автобусе по 40-45 человек. Она работала с утра до утра. И даже если мы откуда-то возвращались поздно, она просто сворачивалась на заднем сиденье, она могла поспать полчаса, и уже она могла опять продолжать работать. Мы с вами проезжаем гигантский отель «Плаза» на ланче, на бранче. С левой стороны «Сакс Фифт Эвеню». Она была одним из немногих бизнесменов, я бы сказал, которая начала работать так, как, собственно, в Америке когда-то начинали первые пилигримы работать. Никому, ни от кого не ожидая помощи, просто вышла на улицу, увидела, что нет запрета. Этим и славилась Америка когда-то, дикая. Что можно взять, купить муки, купить воды, испечь пирожки, выйти на улицу. Производство их будет 5 копеек, 5 центов, а продать за 7. И так делать свою жизнь. Так делала Марина. Режиссер Виктор Норт запечатлел Марину в одном из скандально известных фильмов о советских эмигрантах. Многие его герои позднее сожалели о словах, сказанных перед камерой. Все зависит от того, что понимается под свободой. Я свободен. Я свободен, работаю под 20 часов, я свободен и могу поехать во Францию. Правда, у меня нет денег показывать по телевидению протестующих гомосексуалистов и лесбиянок. Также считается демократией. Марина оказалась лицом к лицу с теми самыми простыми советскими людьми, которые уехали за американской мечтой, а оказались в реальности, где нужно было уметь распоряжаться внезапно свалившейся на них свободой. Они повторяли это слово сотни и сотни раз. Но ни один из них совершенно не отдавал при этом себе отчета в том, что же это значит. Они не думали, что свобода – это свобода идти искать работу, что-то для своих ребятишек, свобода идти и решать, что же делать завтра.
приезжали в такой бедности люди вообще, невероятные. Люди бежали от самых разных ситуаций, понимаете? Кто-то думал, что здесь апельсины с бананами бесплатно растут, понимаете? Тут тоже как бы вариант такой есть. Но не растут! Надо все заработать и потом купить. Когда, работая над началом этой картины, я узнавал о трагедиях и самоубийствах даже в некоторых случаях, я вспоминал то, что мне сказала моя матушка, которая не поехала, конечно, со мной, возражала. Она говорила, что даже кактус, если пересадить из привычного горшка, потому что он тесный стал, в новый, хороший, новую почву, может погибнуть. После выхода фильма многие назвали его предательством. Советские мигранты по привычке жили в страхе и боялись, что американские власти отомстят им за их недовольство. Многие упрекали Марину в слишком демократических взглядах, но вывести ее из равновесия уже было сложно. У Марины появилась уверенность в собственных силах и вера в будущее. Она каждый день доказывала себе и другим, что зарабатывать и хорошо жить в Америке действительно можно. Можно ли назвать, простите, если это грубо будет звучать, что вы из музейной такой канцелярской мыши? Крысы, да, да, можно, да, да. Серьезно? Да. Да, можно сказать, что я в Америке стала намного более раскрепощенной. И я научилась быть просто абсолютно откровенной, искренне эмоциональной. Я заметила, что почти каждый успех Марины сопровождался какими-то драматическими событиями. Так было с гастролями театра, так было с работой в Бруклинском музее. Так и новый бизнес обернулся катастрофой в личной жизни. Это постоянное сражение за выживание. Оно выделила лидера в бизнесе. И в какой-то момент моему мужу начало казаться, что я незаслуженно заняла вот эту позицию лидера. Это вызывало раздражение. И те отношения, которые были очень глубокими, очень настоящими, к сожалению, сдохли. Может быть, сдохли — плохое слово. По-моему, отличное слово. Это прямо перчинка нашей телепередачи. Нет, это сейчас без сарказма, правда. Да. После 25 лет брака семья распадается, и Марина с головой уходит в работу. Она продает туристический бизнес и занимается продюсированием и общественной деятельностью. Вместе с дочерью она создает проект, посвященный детскому балету. Каждое лето в Нью-Йорке проходят мастер-классы для детей со всей Америки и мира. Кроме основ классического русского балета, дети изучают язык и культуру России. Я возглавляю русско-американский фонд, Russian American Foundation. Это фонд, который мы создали с дочерью 24 года тому назад. И основной миссией фонда была возможность и необходимость, с одной стороны, поставить русскоязычную общину на карту Америки, а с другой стороны, более искренним языком рассказать о нашей культуре. Мы проводим различные проекты, мы создаем большие массовые события, фестивали, спортивные события. Мы консультируем американские компании о том, как выходить на рынок стран бывшего Советского Союза, и нередко консультируем представителей из стран бывшего Советского Союза о том, как создавать бизнес здесь. Я знаю, что в русской комьюнити о Марине Ковалеву говорят как о очень жесткой, сильной женщине. Страшно обрести врага в лице Марины Ковалевой? Я никогда не выявляю для себя врагов. Есть такая моя человеческая история, связанная с одним из членов моей семьи, который, однажды став частью моей команды, он меня обманывает. Он топит мой бизнес. Пригласила его в офис и сказала: я все знаю. Я могла бы его в этот момент уничтожить, я могла бы с ним устроить разборки, я могла бы, наверное, очень многое могла бы.
Но я предпочла пойти по жизни. Вы всегда были такая? Какая? Ну вот такая, все понимающая, все прощающая. Я абсолютно не прощающая, мать. Какая же я прощающая, если я прохожу мимо людей? Абсолютно. Вот вы все неправильно поняли. Из моей истории я прохожу мимо людей и забываю. Я их вычеркиваю. Когда умерла моя бабушка, в моей речи, в обращении к бабушке на ее похоронах, я сказала: «Ты меня научила очень многому. Единственному, чему ты не смогла меня научить, ты меня никогда не научила умению прощать». Я не умею прощать. Вы это неправильно поняли. Я умею забывать, я умею блокировать. Если бы я не умела этого делать, я бы умирала. Моя сегодняшняя амазонка как настоящая актриса. Она каждый день меняет шляпы и наряды. Она рисует красивые стрелки на глазах, но прячет их за дорогими темными стеклами. Возможно, чтобы никто не догадался о ее истинных чувствах. Марина, вы счастливая женщина? Думаю, что очень. Что делает вас счастливой? Счастье – это когда приходишь каждый день на работу и видишь своих детей, Ирину и Рики. Когда нужен своему внуку, сестре, брату, племянникам, друзьям. Когда нужен своей общине. А еще самое большое счастье – это когда внук в сочинении на тему «Your Hero», «Your Role Model» пишет о бабушке, о тебе. Вообще, я планировала снять «Железную леди». Но нашла хрупкую, ранимую женщину, которая прошла через все муки эмиграции, через глубокие личные переживания, но обрела свободу. И самое главное, она научилась с этой свободой жить. Люди, для которых дороги их корни, они их сохраняют в том или ином виде. Они их сохраняют в своей любви, к своей культуре, к своей литературе, к своим близким, к своим родным, к своим друзьям, которые они оставляют там. Они продолжают любить архитектуру, они продолжают любить какие-то места, которые им дороги с детства. Но они должны найти эквивалент этого на другой земле для того, чтобы быть счастливыми.